Мы бежим в эту цифровую реальность, когда мы собой недовольны. Мы не можем себя принять такими, какие мы есть. И это очень хорошо этой самой виртуальной реальностью иллюстрируется. Потому что мы в ней пытаемся быть какими-то. Значит, такие, какие мы есть, мы не считаем, что мы заслуживаем внимания, интереса. Мы себя таким образом как бы девальвируем. Вот если бы мы будем как в нашем аккаунте, или как мы пишем комментарии умные, или там, или еще что-то, вот тогда бы мы себе нравились. И первое — это понять свою неидеальность, что у нас к себе есть претензии. После этого нужно избавиться от этих претензий, потому что это самое нелепое и глупое — не принимать себя, полагать, что ты должен быть каким-то другим, скрываться за маской, за какой-то. И вот эту способность принять самого себя. По крайней мере, это первый человек, с которым необходимо встретиться. И научиться к нему относиться, как мы все время учим в гуманистической психологии, относиться к другому, но так надо сначала к самому себе начать относиться. Это же некое заземление. Потому что вот ощущение, что почва выходит из-под ног, а где приземлиться, если не в самом себе? Это первый шаг. Он сложный, потому что он, я думаю, где-то пугающий, где-то разочаровывающий. Но это надо все пережить. Страхи эти бессмысленные, требования эти абсурдные. Мы ровно те, кто мы есть. И вот это «кто» и «есть» — это очень важные вопросы к самому себе.